35 лифтов в 12 многоквартирных домах планируют заменить в Дагестане в этом году в рамках программы капитального ремонта. Общая стоимость работ составит 115 миллионов рублей. Все новые лифты произведены в России, большая их часть в Дагестане. В фонде капитального ремонта отмечают, их замена одна из самых дорогостоящих статей в программе капремонта и призвали жильцов беречь общее имущество.